Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире спортивная программа телекомпании ТВИН. Начнем по традиции с хоккея. Команда «Металлург» играет в полном составе. Двукратные обладатели Кубка Гагарина наконец вышли из отпуска всем коллективам и готовятся к традиционному альпийскому сбору. Во время очередных тренировок за привычными героями и новыми лицами наблюдала наша съемочная группа. Внушительная группа хоккеистов, преимущественно молодых, начала занятия в зале и на льду еще в первую неделю июля. Чуть позже к ней присоединились более опытные коллеги, а в этот понедельник из отпуска вышли и главные звезды команды – Сергей Мазякин, Данис Зарипов, Василий Кошечкин, а также игроки-легионеры. Разумеется, очень волнительно вернуться из отпуска и снова встретить ребят, вместе с которыми прошлой весной мы сделали что-то особенное. Но для многих из нас это уже не первый чемпионский опыт, так что ощущения привычные. Приступаем к тренировкам с приподнятым настроением. Доктора и тренеры с удовольствием отмечают, проблем с лишним весом или чрезмерным расслаблением во время каникул не возникает уже много лет. Все чемпионы в хорошей форме и уже сейчас готовы справляться с довольно серьезными нагрузками. Первую неделю организм не совсем так не ощущает особо всей тяжести, скажем, предложенного тренером процесса. Обычно это через недельку, когда уже организм закисляется, накапливается лактат, и там тяжеловато становится. Ну а сейчас пока что на ура и походочку. Отличное впечатление оставляет группа перспективных молодых игроков, большая часть которых – воспитанники магнитогорской школы. Такое количество доморощенных кадров – добрая традиция последних лет. А сложилась она потому, что в предыдущие сезоны в клубе были созданы очень полезные прецеденты. Молодые игроки практически с нуля попадали в состав, им доверяли. То есть ребята это почувствовали, на самом деле, что они могут это сделать. Они стараются, как никогда. Я думаю, что в этом году мы услышим имена, которых мы еще не слышали. Я другие клубы не считал, сколько там своих воспитанников, сколько чужих. Важно, что это наша линия, которая была принята там несколько лет назад, она продолжает идти в том направлении. Я как-то еще и не думал, что перед новым сезоном остался единственным приезжим защитником в составе «Металлурга». Любопытный факт, но ведь и в прошлые годы большую часть игроков обороны составляли свои воспитанники. Если местная школа может выпускать достаточное количество хоккеистов, способных показывать высокий уровень, это лишь делает ей честь. Когда состав команды стабилен, а главный тренер работает в клубе далеко не первый год, не так просто внести в систему предсезонной подготовки какие-то изменения. Но некоторые новшества в тренировочном процессе «Металлурга» все же есть. Многие вещи, и в предсезонке, и на льду, и у нас фитнес-тренер свой появился. Не мы сами занимаемся этим, а есть человек, который за это отвечает. И это тоже изменение. Самое главное, что этот тренер пришелся по душе и всему тренерскому штабу. И самое главное, что ребятам, они в него верят, потянулись к нему. И как бы очень интересные упражнения, занятия. Несмотря на то, что он физик, он не хоккеист, но он провел лето не зря, очень много учился. Он смотрел опыт североамериканский, чисто хоккейный, по хоккейной физподготовке. Я думаю, что это будет еще дополнительная помощь команде. Уже в среду, 20 июля, «Металлург» отправится на традиционный сбор в немецкий Гармиш-Партенкирхен. Ежегодная поездка в столицу зимней Олимпиады 1936 года, расположенную в Альпийском Среднегорье, еще один признак стабильности магнитогорского клуба. Еще я играл, когда ездили уже туда. Хорошие условия там, рабочие, высокогорье. В том же режиме будем работать, готовиться к сезону. Следующий материал более чем уместен в рамках нашей программы, поскольку путешествие – это тоже своего рода спорт, причем весьма энергозатратный. Если хоккейный «Металлург» всего через несколько часов отправится в сторону Европы, то герой очередного сюжета двигался в прямо противоположном направлении. Из Мадрида в Китай через Магнитогорск. Именно такой маршрут проложил опытный испанский путешественник Рубен Арибас Каньямарес с помощью популярной гостевой сети «Couchsurfing». О том, как можно повидать полмира, передвигаясь налегке и без лишних затрат, необычный гость нашего города расскажет прямо сейчас. Рубен Арибас Каньямарес – один из немногих испанцев, которым довелось посетить настоящую хоккейную арену, тем более чемпионскую.
Правда, льда здесь пока нет, да и главный трофей КХЛ, Кубок Гагарина, как раз в эти дни уехал в очередной тур. Зато мадридский гость сумел увидеть, как готовится «Магнитка» ко дню «Металлурга» и познакомиться с яркими страницами истории местного хоккея. Разве не подобные впечатления – цель любого путешествия? Каждая страна тебя чем-то удивляет. Еда, люди, пейзажи. Так что я уже давно не испытываю каких-то конкретных ожиданий, отправляясь в новое место. Просто готовлюсь к очередным удивлениям. За это я и люблю путешествия. И в конце каждой поездки ощущения неизменно позитивные. Несколько лет Рубен целенаправленно копил деньги, чтобы приступить к осуществлению давней мечты. Его первым серьезным путешествием стала поездка на велосипеде длиной в 10 тысяч километров и продолжительностью в полгода от Мадрида до самой северной точки Норвегии и всей Европы. Позже он зарегистрировался в гостевой сети Couchsurfing и начал принимать гостей из других стран в своем доме в пригороде испанской столицы. И, наконец, решил сам стать серфером. За последние годы он посетил около 80 стран. Побывал в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, неоднократно был в Азии. Собственный блог в интернете помогает Рубену покрывать текущие расходы. Они, кстати, заметно сокращаются из-за того, что путешествуют каучсерферы по большей части автостопом, а ночуют в гостях у единомышленников, которые есть практически везде. Несколько недель назад испанец прилетел из Мадрида в Вильнюс. Именно этот авиабилет оказался самым дешевым. И после короткой поездки по прибалтийским странам впервые пересек границу России. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москва, Нижний Новгород, Казань, набережные Челны, Уфа. И вот он, Магнитогорск, где, конечно, нашелся гостеприимный дом. Я собиралась в путешествие на юг, и у меня был один день в Новороссийске. Мне нужно было, чтобы меня там кто-то принял и показал все. Вот. Я зарегистрировалась на сайте Couchsurfing, и 5 человек откликнулись на мою просьбу. А когда я уже из отпуска вернулась домой, я нашла письмо на этом сайте уже. Человек-путешественник просил принять его в Магнитогорске. Конечно, «Магнитка» совсем не похожа ни на две российские столицы, ни на древние волжские города, включая так понравившуюся Рубену Казань с ее неповторимым Кремлем и знаменитой мечетью Кул-Шариф. Но непродолжительная экскурсия с правого берега на левый и обратно по-настоящему убедила искателя приключений. Сюда он тоже приехал не зря. Впечатления отличные. Я не знал, что город такой большой, с огромным металлургическим комбинатом. Здесь много интересных видов, особенно в исторической части. Красивые площади, уютные парки. И, конечно, очень любопытно было сравнить азиатскую и европейскую половину Магнитогорска. В «Магнитке» испанец пробыл чуть больше полутора суток и отправился прямиком в соседний Казахстан. Через несколько часов истекал срок российской визы. Затем путешественник посетит Киргизию, откуда вылетит в Дубай. Из столицы Эмиратов Рубен отправится на Филиппины, где живет его девушка, а уже оттуда, если не возникнет непреодолимых сложностей, в Китай. Маршрут непростой, но трудности нашего героя не пугают. А главное напутствие, которое он готов дать своим начинающим коллегам, звучит так. 99% людей очень хорошие. Я искренне так считаю, поэтому бояться не стоит. И, конечно, каждый день путешествия – это шанс чему-то научиться, узнать что-то новое, увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми. Я люблю путешествовать и не хочу останавливаться. Поставить технику, обучить новым правилам ведения боя. Именно с этой целью региональной федерации карате Киокусинкай были организованы летние учебно-тренировочные сборы. Местом их проведения стал санаторий «Березки» на озере Банное. Юные спортсмены в течение недели перенимали мастерство у сенсея 4-го дана. О том, как это было, расскажет Надежда Наяксова. Под палящим солнцем идет второй час тренировки, а в день их три. Так проверяются и физическая выносливость, и сила духа. Удар за ударом по воздуху. Останавливаться нельзя, иначе сенсей отстранит от занятий. Вот и магнитогорский спортсмен Валерий Мурзиков через пот и слезы продолжает биться. Очень тяжело, стараться нужно. И, конечно, нужно больше делать всяких упражнений, чтобы сдать на пояс. Моя цель сейчас сдать на 7-й кью. Карате Киокусинкай – это не только спорт, но и особая философия. Именно поэтому на эти учебные сборы приехали ребята, показавшие как результаты на соревнованиях, так и свое трудолюбие. Мы готовили такие традиционные элементы экзамена. Кихон – это техника на месте, и до – техника перемещения. Вот они сейчас ее исполняют. Техника ката – изучение элементов. И техника кумите. Кумите переводится как «свободный поединок».
Денис Курчанин – обладатель 4-го дана. Это сенсей высочайшего уровня. Тренироваться под его руководством приехали порядка 70 юных спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. Сборы стали уже региональными. Они проходят при поддержке и личном участии директора ММКомитета с депутатом Магнитогорского городского собрания Олега Ширяева. В этом году поменялись правила, кардинально поменялись правила проведения боев. И ребята с этим еще не знакомы. И Денис Сергеевич вот именно на этих сборах больше уделил внимание боевой практике. Поэтому и объяснению этих правил. И все бои, которые проходили на сдачу на пояса, они проходили уже по новым правилам. Эти учебно-тренировочные сборы для юных спортсменов были подготовкой к сдаче экзаменов, а для магнитогорских воспитанников еще и этапом отбора на первенство России. За неделю мы вывели ребят совершенно на новый уровень по технике, вот, по боевому объему. Вчера вот проходил тест боевой. Последний бой закончился в 1:00 ночи. Вот, некоторые взрослые ребята сдавали по 20-30 боев. Причем со свежим соперником. Те, кто одержали победу в боях, выдержали тесты на технику, получили заслуженные пояса. Для ребят, которые совсем недавно начали заниматься карате киокусинкай, это первые успехи. За такую поддержку спорта и организацию летних учебно-тренировочных сборов директору ММКомитета с депутатом Магнитогорского горсобрания Олегу Ширяеву сам бранчи в Челябинской области Денис Курчанин вручил благодарственное письмо. В начале второй декады июля в небе над левобережным аэродромом было не протолкнуться. Некогда заброшенный, благодаря целому ряду турниров по авиамодельному спорту, аэродром вспомнил о былом своем предназначении – отправлять и принимать самолеты, а также планеры. Именно в этой дисциплине состоялась Всероссийская олимпиада детского технического творчества по авиамоделизму. В уже состоявшихся первенствах Уральского и Приволжского федеральных округов магнитогорские спортсмены-авиамоделисты уверенно одержали победу, лидировали по итогам 3 зачетных полетов и в классе планеров. В рамках Олимпиады состоятся также соревнования по резиномоторным и таймерным моделям. География участников самая широкая – от Екатеринбурга до Ессентуков. В планерном этапе приняли участие 36 спортсменов из 6 городов. Уже через 2 дня количество спортсменов удвоится. Пока же главная задача планеристов – отпустить модель в свободный полет так и тогда, чтобы она могла максимально долго на первых этапах 2 минуты парить в воздухе. Ну вот сегодня у нас Шмыгли Максим. Пока, в общем-то, все максимальные результаты по 2 минуты. 3 тура он уже вот отлетал. То есть на предыдущих соревнованиях он тоже занял 1-е место. Так что пока мы выглядим хорошо. С пользой для здоровья провели День металлурга магнитогорские легкоатлеты. В окрестностях озера Чебачья состоялся очередной, уже 16-й по счету, легкоатлетический пробег под названием «Медовый». Призовой фонд, как обычно, состоял из банок с полезным для здоровья лакомством. В этом году его набралось 80 литров, то есть более 100 килограммов. На стартах побывал Станислав Юдин. Поселок геолог-разведчиков на озере Чебачи, что по дороге на Банное. Раннее утро, но на пляже уже не протолкнуться. Сотни человек съехались сюда, одни, чтобы принять участие в медовом забеге, другие, чтобы поддержать спортсменов. К стартам допустили всех желающих, от 12-месячных младенцев, бегущих на руках у родителей, до убеленных сединами ветеранов. В этом году медовый забег установил рекорд посещаемости. На 15-километровую взрослую и 2-километровую детскую трассы, а также на устраиваемый впервые велозаезд, проверить свои силы вышли на старт 270 человек. Трасса интересная, но серьезная. У нас есть подъем в гору практически целый километр. Причем, чем выше в гору, тем круче подъем. И, конечно, неподготовленному человеку вряд ли покорится эта дистанция. В своей возрастной категории Екатерина Домнина пришла на финиш с заметным отрывом от соперниц. И не мудрено. Всего лишь пару недель назад молодая бегунья в составе сборной Уральского федерального округа завоевала золото и серебро на состоявшихся в Якутске международных соревнованиях «Дети Азии». Очень интересно, соперников очень много, но я думала, что я могу быть третьей, но так получилось, что я рассчитала свои силы и смогла преодолеть свой страх. Первым во взрослом забеге с результатом в 53 минуты и 32 секунды пересек финишную черту мастер спорта по биатлону Петр Тихонов. Ради победы жил и не рвал, но чтобы возглавить лидерскую тройку, попотеть пришлось, говорит победитель.
Конкуренция была, в принципе, всю дистанцию чувствовал. У меня задача была в подъем убежать как можно максимально и со спуска сразу раскатить. И потом старался держать это вот расстояние. В принципе, что мне удалось. Под конец, конечно, было тяжело, они чуть сократили, но я додержал, дотерпел. Абсолютным победителем среди женщин стала Наталья Старкова, а лучшими велогонщиками были признаны Олег Можгин и Лариса Денисова. Победители получили главный приз забега – свежайший башкирский мед. Впрочем, без сладкого подарка, но уже поменьше, не обошлись и все остальные участники забега, вне зависимости от потраченного на дистанцию времени. Ну а подробнее о соревнованиях «Дети Азии», на которых наша землячка Екатерина Домнина завоевала золото и серебро, моему коллеге рассказала тренер специализированной детско-юношеской спортшколы Олимпийского резерва номер один Ирина Киселева. Раз в 4 года проходят в Якутске международные соревнования «Дети Азии». Они идут по олимпийской программе. И получается, не все дети могут участвовать. Некоторые года выпадают. Ну вот нам повезло. 2002 год, как бы 2001-2002 в этом году у нас принимали участие. Прошли мы областные, потом Уральский федеральный округ Катя выиграла. И, в принципе, ее результат позволял быть в призах на этих соревнованиях. Они смотрят рейтинг этого возраста и составляют сборную область, сборную Уральского федерального округа. Команда 22 человека. Это 8 человек Свердловская область, 8 человек Челябинская область. И остатки это Курган, Тюмень и Ханты-Мансийск. Многие спортсмены не поехали, потому что не дали деньги на билеты. Билеты очень дорогие. Но наша область, в принципе, в полном составе выступала. 8 спортсменов и один тренер, вот я возила команду. Участвовало 38 стран. Даже организаторы не думали, что будет столько народу. То есть вся Азия собралась. И Япония, и Китай, и Монголия, и Таиланд. Ну, я даже Шри-Ланка, я там даже не знаю, какие-то острова. То есть, в принципе, география была очень большая. Вот. Ну вот, Катя по легкой атлетике, она бежала 2000 метров с препятствиями, так называемый стипл-чес. И во второй день она бежала тройку. Стипл-чес мы выиграли. Боролись там с девочкой со Шри-Ланки. И на тройке второе место она заняла, а выиграла китаянка. Ну, там девочка сильная, на финише она от Кати немножко убежала. От области у нас еще было 2 медали. Это девочка с Челябинска, Моисеева Дарья. Она выиграла 400 метров и на 200 была вторая. Все, больше медалей у области не было. Вот 4 медали. 2 спортсменки принесли 4 медали в легкой атлетике. А Свердловская область ни одной медали. И еще одна медалька, это тюменская, это мальчик 400 с барьерами, занял 2-е место. Вот у нас 5 медалей в легкой атлетике. Конечно, Якутия расстаралась, организация была на высшем уровне. Вообще проблем не было ни с чем. Ни с проживанием, как бы ни с питанием, ни с доставкой спортсменов. Культурная программа сумасшедшая. Очень все музеи посещались бесплатно, везде спортсменов возили. Иностранцы все с переводчиками, культурная программа, концерты, награждение на главной площади, гимн игрался страны, Якутский государственный оркестр. То есть, в принципе, было очень интересно, и я думаю, что дети получили опыт сумасшедший. В Саратове прошел Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, который собрал теннисистов из 15 регионов нашей страны. Воспитанники спортклуба «Металлург Магнитогорск» и тренера Виктора Усова Вячеслав Дударев и Никита Осадчев вновь с честью представили родной город. Дударев завоевал серебро, Осадчев – бронзу. Наши мужественные земляки в дальнейшем очень надеются на помощь неравнодушных меценатов. Ведь на эти соревнования им пришлось отправиться даже без сопровождающих и исключительно на собственные средства. Что ж, тем выше ценность завоеванных наград. Магнитогорск готовится к очередному велопробегу, приуроченному ко Дню города и Дню металлурга. Масштабный спортивный праздник состоится в субботу 23 июля и снова соберет несколько сотен поклонников велосипедного спорта. Какие испытания ждут участников в нынешнем году, расскажем далее. Главными организаторами велопробега выступают Управление по физической культуре, спорту и туризму городской администрации и Магнитогорский металлургический комбинат.
Серьезную помощь в подготовке праздника оказывает и общественная организация «Союз молодых металлургов». Гонщикам предстоит преодолеть около 42 километров от памятника «Первая палатка» до горнолыжного центра «Металлург Магнитогорск» на озере Банное. Регистрация участников началась уже 18 июля. Регистрация осуществляется в управлении по физической культуре по адресу Октябрьская, 5/1. С 9 часов до 17:00. Заканчивается регистрация у нас 22 числа. Для тех, кто не успел у нас зарегистрироваться в управлении, регистрация будет уже непосредственно перед стартом. К соревнованиям допускаются все желающие старше 18 лет. Исключение сделано лишь для воспитанников спортшкол, занимающихся профессионально. Для них возрастной допуск составляет 15 лет. Но и заявляться они могут лишь в класс спорт. Старт участников будет общим. Но подведение итогов в классе любителей будет проходить по возрастным категориям. У мужчин в 6 категориях, у женщин в 3 возрастных категориях. В классе спорт итоги будут подводиться среди мужчин и женщин без возрастной категории. От точки старта велосипедисты отправятся по улице Строителей до пересечения Московской и проспекта Ленина, а оттуда через Советскую, Вокзальную, Шурави к выезду из города в сторону озера Соленое. По пути на горнолыжный центр «Металлург Магнитогорск» будут организованы 2 промежуточных пункта, где волонтеры предложат участникам воду. Особое внимание неизменно уделяется безопасности гонщиков. Эта задача под контролем сотрудников ГИБДД Магнитогорска и Абзелиловского района, а также бригад скорой помощи. Организаторы постарались предусмотреть каждую мелочь, ведь за предыдущие 7 лет они накопили солидный опыт. Магнитогорский металлургический комбинат, первичная профсоюзная организация группы ОМК ГМПР, на протяжении вот этих всех лет оказывают помощь в организации данного мероприятия. Все-таки на комбинате оздоровление работников – это одна из приоритетных задач. В свою очередь, Союз молодых металлургов взял на себя поиск спонсоров и новых партнеров масштабного проекта, а также привлечение волонтеров. Создана группа ВКонтакте, где можно получать информацию о веломарафоне в режиме реального времени. Мы выкладываем туда всю информацию, все положения. Там же можно будет задать и вопросы. Поэтому будем рады видеть всех вас на данном мероприятии. Ну и желаем удачи и победы. Справка о состоянии здоровья и допуске к стартам, документ, удостоверяющий личность, велосипед, защитный шлем и желание проявить себя. С этим набором всех желающих ждут у памятника «Первая палатка» в субботу 23 июля. Торжественное открытие велопробега в 9:45, старт гонки в 10:00. Контрольное время 3 часа, награждение победителей и призеров начнется в 13:30, после чего участники смогут вернуться в город на автобусах, а для велосипедов будет организована доставка грузовым транспортом. На сегодня у меня все. Наш следующий выпуск ровно через неделю. Будьте здоровы, живите активно. До встречи на спортивных аренах и в эфире телекомпании ТВН. Удачи!